Я сам родом из Красноярского края, поскольку Сухобузимский район, да. И сибиряки, я всегда это как бы пропагандирую, это и в Москве, и где бы то ни было. Сибиряки — это несколько такая другая нация, другой народ, как бы мы ни хотели, да. Это настоящие люди прежде всего, теплые, домашние, гостеприимные. У меня здесь много друзей. Конечно, очень приятно видеть то, что кино кому-то в этой стране еще нужно. Да? Очень приятно видеть то, что не забыты наши мегазвезды, которые действительно внесли какой-то, да не какой-то, а умопомрачительный вклад в киноиндустрию, которую я очень люблю. Да? То есть приятно это видеть. Это первый момент. Второй момент. Кто меня близко знает и давно знает, все в курсе, что я всю свою жизнь топлю за то, чтобы, если можно выразиться так, чтобы кино было настоящее, высокохудожественное. Не вот это вот какие-то там распилы и прочие откаты, да, а чтобы кино снималось, как снимается в Америке, где каждый доллар вкладывается для того, чтобы максимально выгодно продать и заработать на прокате, а не как у нас наоборот. Это первый момент. Второй момент. У меня давнишняя идея снимать кино в Красноярске, про Красноярск, про сибиряков. Очень хочется, есть в работе истории хорошие, достойные, есть семейное кино, комедии есть хорошие, действительно, которые пропагандируют красоту нашего края. Он, безусловно, очень богатый и ресурсами, и ландшафтами, и какими-то, я про человеческие ресурсы молчу, да. Вот, если услышат, может быть, я сегодня еще пообщаюсь с министром культуры, может быть, какие-то мы найдем точки соприкосновения и где-то что-то поработаем. Но очень бы хотелось это сделать, на самом деле, силами своими, не московскими, это было бы круто.